Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем вот такой очаровательный узор на основе простых пересадок и перевитий. Для выполнения этого узора делаем расстановку игл по 6 штук. 6 игл в рабочем положении, 2 в заднем нерабочем. 6 в рабочем, 2 сзади, 6 впереди работают, 2 сзади и так далее. Самое главное, чтобы количество игл в каждом блоке, вот 2 сзади обязательно, 6, может быть или 4, или 8. То есть должно быть четное количество, потому что мы будем эти блоки раздвигать. В данном случае я выбрала 6, потому что в большинстве комплектов к этим машинкам идут трехугольные декеры. Нам как раз трехугольный в данном случае не нужен, потому что вот я провязала 5 рядочков, видите, у меня пошли вот такие вот дорожки. Сейчас мне нужно их убрать, сложить назад. Я начинаю раздвигать блоки и формировать новые. На одну иглу в сторону и на одну иглу в сторону вторую часть. То есть я из старых этих блоков делаю новые. Раздвижку игл по середине каждого блока делаю на 2 иглы. Мохнатая нитка. Вязать очень туго не надо. Вот у меня тугие петли, поэтому видите, достаточно тугое вязание и мохнатые нитки. Поэтому получается, что они цепляются за иголки. Делали новые блоки. И теперь середину каждого блока из 6 игл я перевиваю. То есть делаю простейшее перевитие двух центральных петелек. Для того, чтобы у меня не расходились просто петельные столбики, это очень скучный рисунок, а были вот такие вот перевития, узелочки посередине. За счет простейших перевитий у нас получается такой очень интересный, необычный эффект. Ну и, само собой, крайние блоки мы ни с чем не перевиваем, они у нас сами по себе находятся. И провязываем 5 рядов. Если провязывать больше, рисунок будет более растянутый и, ну, скажем так, скучный. Если меньше, будет слишком насыщенный, и слишком часто делать эти перевития тоже, наверное, не стоит. 5 рядов – самый оптимальный размер. И все по новой. Видите, у нас блоки. Мы возвращаем в первоначальное состояние. Было 3, на одну иголочку двигаем в сторону, делаем такой блок, с которого мы начали, 6 игл. Между ними опять 2 иглы свободные. Меньше делать тоже не стоит, потому что, когда 2 иглы стоят сзади, такая протяжка достаточно объемная получается, длинная, ее хорошо видно. Протяжка от одной иголки очень слабая, ее практически не видно, она со временем как бы уходит. Получается просто такое немножко растянутое вязание. Две протяжки будут держаться гораздо лучше. И перевиваем центральные петли. Перевивать неважно в какую сторону, это получается такой небольшой узелок, даже непонятно, что это перевитие, поэтому справа налево, слева направо значения вообще не имеет. Перевивайте. Видите, выполняется узор достаточно быстро, легко. Самое главное не забыть через 5 рядов поменять наши блоки местами. Вот видите, 6, 6, 6 и между ними по 2 задних положения. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.